my friends. I have been playing since 2 o'clock in the morning and I haven't finished yet. So I have been practicing this guitar. Так, сейчас не надо объяснить, что это есть the present perfect continuous tense. Настоящее, совершенное, продолжительное время. Это глагольное время, которое используется, чтобы показать, что действие началось в прошлом и продолжалось до настоящего момента. Обычно имеет продолжительность или количество времени, в течение которого проходило действие. Это есть настоящее, это есть прошлое. Это есть будущее. Также это, the present perfect continuous tense, началось в прошлом и продолжалось до настоящего. Так, а сейчас я объясню, как его использовать и как его образовать. Так, сейчас я собираюсь объяснить, как образовать настоящее, совершенное, продолжительное время. Так, нам надо эта формула has или have добавить been, добавить present participle. Что это есть? Иметь, это есть infinitive of глагола to have, иметь. Это есть причастие прошлое от глагола to be. Это причастие настоящее. Так. Это есть have. I have, you have, he has, she has, we have, you have, they have. Добавить been. Been, как же я уже сказал, это причастие прошлого от глагола to be, потому что это неправильный глагол. To be, I am, I was. И это есть past participle, прошлое причастие. Это есть претерит, это есть инфинитив. И третий, present participle, причастие настоящее. Надо взять глагол, например, глагол work, работать. Work, добавить заканчение ing, working. Так, сейчас у нас есть это. I have been working at home since last week. Я работаю дома с прошлой недели. He has been reading this book since last week. Он читает эту книгу с прошлой недели. She has been watching me since last week. Она меня наблюдает с прошлой недели. Это значит, что это действие началось в прошлом и продолжается до сих пор. Например, я жду тебя с прошлой недели. I have been waiting for you since last week. I have been working in this house since last week. Здесь можно спросить вопрос. Have you been working at home since last week? How long have you been waiting for me? How long have you been sitting in this chair? Как долго ты сидишь здесь на этой столе?
a tak ďalej a tak ďalej. Takže ešte raz. La formula je to jest has ili have, dobaviť been, dobaviť present participle. Imeť, pričastie prošloje od glagola to be, potom pričastie nastojaštie, nadovzieť glagol, pravilný, nepravilný glagol, dobaviť ing, work, working, sleep, sleeping, do, doing, clean, cleaning, a tak ďalej, a tak ďalej. A potom zdieľať predloženie I or you, she, we have been working, sleeping, doing, reading at home since last week. Надо понимать, что это действие начало с прошлым, и до сих пор продолжается. Я его не закончил. До сих пор продолжается. Так, я тоже бы хотел обратить внимание на этот факт, что настоящее совершенное продолжительное время возможно тоже использовать, как мы используем слова «недавно», «последнее время». Вы также можете использовать это время, present perfect continuous, без этой продолжительности. Например, в течение двух недель. Без продолжительности время имеет более общее значение. В последнее время мы часто используем слова в последнее время или недавно, чтобы подчеркнуть это значение. Так, здесь, например, хочу прочитать это. Специалисты выясняют причины и обстоятельства убитого человека. The experts have been investigating recently or lately, в последнем времени, the reasons and the circumstances of the killed person. Okay? Мария не практиковала свой ангельский. Мария has not been practicing her English в последнее время, recently. В последнее время я слишком много смотрю телевизор. I have been watching too much TV lately. Также мы можем использовать это настоящее совершенное продолжительное время также с поуживанием, с использованием recently, lately. Не надо спецификовать когда. Например, когда я скажу «Я жду тебя от 8 часов утром». Это не всегда надо использовать специфичный час. Надо тоже, возможно, тоже использовать lately, recently, в последнем времени. Окей? Так, я надеюсь, что лекция помогла вам разобраться в настоящем совершенном непрерывном времени. Эти лекции не предназначены для того, чтобы дать все подробности о конкретной грамматике. Они предназначены для ознакомления вас с темой. И если вы подпишетесь и потребуете простых подробностей и примеров, я подробно остановимся на них с вами. До свидания. Так, я хотел сказать, что я просидел в этом уютном кафе последний час. Это значит в английском языке I have been sitting in this cozy cafeteria for last hour. And I have been drinking this coffee for last 30 minutes. Thanks.
Я ждал своего друга больше 2 часов, а он еще не приехал. Почему он не приехал? Я звонил ему последние 20 минут, но он еще не ответил. Так, это надо сказать по-английски языке так. I have been waiting for my friend for more than 2 hours and he has not arrived yet. Why has he not showed up? I have been calling him for last 20 minutes, yeah, but he has not responded yet. So, I have been drinking my coffee here alone. Я пью мой кафе сам. Так, посмотрите, эти часа. Что касается глагола «make», вы не можете сказать в английском языке, что у меня эти часа 2 года. Это будет неправильно. Вам нужно сказать, что эти часа у меня были 2 года. So, на английском языке я это уже сказать так. With regards to the verb have. You cannot say, I have been having this watch for 2 years. I have been having. No, you have to say, I have had this watch for 2 years, 3 years, 4 years. So again, with regard to the verb have, you cannot say, I have been having this watch. No, I have had this watch for 2, 3, 4, 5, 6 years.